Всем привет! Рыбаки тут или те, кому интересна рыбалка? Это подборка для вас, а также конкурс в конце ролика. И первым товаром у нас будет светящиеся поплавки. Они имеют в своем основании сигнальную батарейку, которая срабатывает при поклевке. Верхняя выпуклая часть поплавка оснащена сигнализатором, который мгновенно загорается при клеве рыбы. Светящиеся поплавки удобны в применении. Их яркая краска позволяет заметить поплавок издалека. Поплавки являются разборными для смены перегоревшей батарейки. Антенна ярко светится, позволяя рыбаку безошибочно определить малейшую поклевку и своевременно сделать подсечку. Дюймовые твистерки – одна из лучших микроджиговых приманок для спиннинга. Твистеры обладают чрезвычайно подвижными хвостами, удивительно достоверно воспроизводящими колебания мелкой рыбы. Качество исполнения и оригинальная форма делают эти приманки популярными, и многие рыболовы уже убедились в их эффективности. Высокочастотная работа хвостовика микротвистера очень нравится окуню. Также, помимо окуней, на мелкие твистерки успешно ловятся красноперка на заливах и в протоках, а также на участках рек с замедленным течением. Самая покупаемая на Али – карбоновая удочка, в которой чувствительный углепластиковый бланк. Среднебыстрый строй позволяет успешно использовать самый широкий ассортимент рыболовных приманок, достаточная для борьбы с трофеем 5-7 кг. Мощность и компактные размеры делают эту модель очень практичной. Катушка-держатель классической конструкции. При перевозке кольца полностью закрыты пластиковым колпаком и отцентрованы. Удочка легко складывается и занимает мало места, в результате чего исключаются проблемы, связанные с транспортировкой и хранением. Самонадувной матрац с подушкой – это именно то, что вам нужно на рыбалке или в походе. Он не только обеспечит вам мягкий и теплый сон, но благодаря подушке вы почувствуете себя, как в домашней уютной постели. Матрац легко надувается, а клапан позволяет значительно ускорить надувание коврика по сравнению с обычным. Самонадувающийся коврик представляет из себя бутерброд, где между двумя слоями вода и воздухонепроницаемой ткани находится упругий пенополиуретановый наполнитель. Очень крутые плоскогубцы рыбака оборудованы сменными губками из нержавеющей стали, а также сменными резцами из сверхтвердого карбита вольфрама. Резцы предназначены для обрезки шнура, а также монолески, что является уникальной функцией для такого вида инструментов. Стальные губки имеют специальное окончание в виде клыка для оснащения заводных колец, а также оборудованы выемками разных диаметров для зажатия обжимных трубочек, а на основании губок находятся резцы для шнура и лески. С помощью плоскогубца вы всегда сможете загнуть или разогнуть любой крючок, достать приманку из рыбьей пасти, ужать обжимные трубочки и совершать другие немаловажные операции. Рыболовный набор «Мечта рыбака» поставляется в удобном пластиковом кейсе и имеет в своем наборе 20 видов снастей в общей численности 128 штук. Помимо разнообразных крючков на разные виды рыб, в наборе есть много интересных штук, полезных для каждого рыбака. Такие наборы очень популярны не только среди любителей порыбачить, но и профессионалы отмечают полезность такого дополнения в свой инструментарий, тем более за такую низкую цену. Сверхлегкая мультипликаторная катушка с вариантами под правую и левую руку идеально подходит для троллинга и джеркинга, и для ловли на спиннинг они тоже хороши. Миниатюрная, компактная и практически невесомая мультипликаторная катушка, отличающаяся отменной тяговитостью и достойной скоростью выматывания. Модель рассчитана на все без исключения современные способы ловли, а потому несет на борту целый перечень инновационных решений. Тут и облегченный алюминиевый корпус, и специальная магнитная тормозная система, позволяющая исключить перебежку лески во время заброса, и специальный титановый лесоукладыватель, равномерно распределяющий шнур по шпуле. Сигнализатор поклевки – это то, без чего не обойдется на рыбалке ни один рыболов. Электронная сигнализация клева позволит вам вовремя поймать рыбу. Сигнализация поклевки крепится с помощью прищепки на удилище. Леска захватывает специальный рычажок сигнализации, и сигнализация срабатывает при повороте рычага при натяжении лески. При срабатывании электронная сигнализация поклевки включает яркий синий индикатор или сирену, трель. Также сигнализация имеет выключатель питания и питается от трех маленьких батареек. Блесна со светодиодным проблесковым сигналом, которая срабатывает при попадании в воду, позволяет на расстоянии 200 метров просигналить ярким светом о поклевке. Автоматически загорается при срабатывании сигнального флажка жерлицы в момент его выстреливания из катушки, а яркое свечение позволяет мгновенно среагировать на поклевку. Рекомендовано устанавливать в темное и сумрачное время суток. Крепление производится непосредственно на сигнальный флажок. Хранить их необходимо в сухом месте. На снегу и льду происходит замыкание и, соответственно, садится батарейка.
30 рыболовных крючков с фосфорицирующим нанесением. Люминесцентные рыболовные крючки будут способствовать привлечению рыбы в ночное время. Поставьте крючки под солнцем или искусственным освещением на некоторое время перед использованием. Эти крючки будут идеальны для карпа, а для хищников поводок нужно менять. В наличии крючки 12, 14 и 16 размеров. Если размер важен, уточняйте у продавца перед покупкой. Водонепроницаемый налобный фонарь на сверхярком американском светодиоде. Световой поток до 1200 люменов и работает на одном или двух литий-ионных аккумуляторов. Есть регулировка наклона и может светить как вдаль тонким лучом при фокусировке, так и под ноги, сильно рассеивая свет. Все это благодаря замене обычного стекла линзой. Фонарь защищен от брызг и дождя. Возможна зарядка без вынимания аккумуляторов из батарейного блока путем подключения зарядного через специальный разъем. Благодаря авиационному алюминию с анодированным покрытием фонарь защищен от механических повреждений и царапин и идеален на экстремальных ночных спусках на лыжах, на рыбалке, охоте и ночных велопрогулках. Маленькие, но острые складные ножницы для лески и прочей снасти. Кто был на рыбалке, тот столкнулся с проблемой, что плетеный шнур не так-то просто отрезать. Эту проблему решают такие ножницы. Благодаря своей специальной зазубрине вы можете легко вырезать плетеные нити и не повреждать разрез на линии. Удобный инструмент для работы с леской и шнуром. В сложенном виде занимает совсем мало места. Легко и быстро переводится в рабочее положение. Выполнены из пластика, а режущие кромки из стали. Стильная карбоновая телескопическая удочка. Маховое удилище – прекрасный вариант для ловли на небольших реках и в прибрежной зоне полноводных рек. Легкое, компактное и достаточно мощное удилище. Применяется в качестве универсального удилища для ловли настоящих водоемах с берега либо лодки. Целевые виды рыб – это лещ, плотва, карась, карп, головоль и иные представители семейства карповых. Удочка в разложенном состоянии достигает 4,5 метра, очень легкая и гибкая. В сложенном состоянии всего 43 см, имеет стильный дизайн и оснащена декоративными пробками, которые препятствуют случайному выкатыванию секций бланка. Мультиплоскогубцы. Еще одни в нашей подборке. Данные плоскогубцы очень удобны в качестве челюстного захвата. Кроме того, имеют прочные лезвия, с помощью которых без труда быстро можно отрезать леску. Выполнены из качественной нержавеющей стали. Их удобно носить с собой и легко использовать. Оснащены накладками с пластика на рукоятках, разводной пружиной, предохранительной скобой стопором, фиксирующей щипцы в закрытом положении, и отверстием в рукоятке для крепления к ретриверу. Набор поплавков по очень приятной цене. Каждый рыбак мечтает о крупном улове, который можно будет похвастать. Один из секретов удачной рыбалки – правильно подобранный инвентарь. Такой набор из 15 различных поплавков – это именно то, что вам пригодится на рыбалке. Уверен, что у нас такие наборы стоят в несколько раз дороже. Вольфрамовые воблеры – уникальные спиннинговые приманки, созданные руками мастеров страны восходящего солнца, активно используются рыболовами России для поимки трофейной щуки, крупного окуня и судака. У данных воблеров применена система огрузки с перемещением шариков-балансиров, расположенных в теле приманки. Благодаря ее действию воблер не только приобретает активную твичинговую игру с резкими и даже хаотичными скачками и колебаниями, но и испускает шум и вибрацию, которые способны привлечь даже самого пассивного и заторможенного хищника. В наличии 10 цветов. Надоело марать руки на рыбалке? Закажи захват для рыбы, маленький и очень цепкий. Челюстные захваты при рыбной ловле все чаще заменяют подсаки, так как значительно облегчают снятие и удержание улова. Принцип действия захвата очень прост. Достаточно зажать курок, чтобы открыть клещи, после чего рыба берется за нижнюю челюсть и курок отпускается, крепко фиксируя улов. К основным преимуществам, которыми обладает челюстной захват, являются крепкая фиксация улова благодаря жесткой пружине, отсутствие необходимости в подсаке, прочные металлические детали, защищенные от коррозии, удобная эксплуатация за счет комфортной рукоятки и курка, а также есть удобный ремешок. Суперснасть для рыбака – спиннинг с автоподсечкой. Подсекатель работает на натяжение, то есть при поклевке сторожок освобождает пружину и она производит автоматическую подсечку. Принцип мышеловки. Если рыба начинает поклевку не на натяжение, то есть поклевка к берегу, то рано или поздно она шевельнется влево или вправо, потянет наживку, и подсекатель сразу же ее подсекнет. Часть подсекателя изготовлена из оцинкованного металла, удочка сделана из стеклопластика.
беспроводной эхолот прекрасно может использоваться для всех видов традиционной рыбалки, для рыбалки с берега, для зимней рыбалки и с лодки. Способен прекрасно заменить маркерное удилище при ловле рыбы на новом месте и сэкономить много времени при поиске бровки и скопления рыбы. С помощью беспроводного эхолота можно узнать о глубинах в водоеме, наличии рыбы, глубине, на которой стоит рыба, и температуре воды. Устройство представляет собой водонепроницаемый беспроводной датчик и забрасывается спиннингом, закрепляется на лодке, либо крепится к катеру. Прибор сообщает данные на приемник, а автоматическое выключение эхолокации при поднятии датчика из воды экономит до 80% заряда батареи. И последним товаром у нас будет комплекс сменных колец для удилища. В наборе их 14 штук разного диаметра, а значит можно использовать практически на любое удилище. Сами кольца выполнены из пластика с керамическими вставками для легкого скольжения лески. Кольцо устанавливается на спиннинг, а точнее на бланк. Нет четкой формулы, определяющей, сколько колец нужно поставить на удилище. Но есть мнение, что требуемое число можно узнать, прибавив одну единицу к длине спиннинга в футах. Например, если удочка 7-футовая, то колец должно быть 8 штук. Надежная крутая катушка. Сделана из специального сплава и бронзы. Она обработана по рассчитанной технологии, обеспечивает оптимальное сочетание мощности, прочности и износостойкости. Имеет передаточное отношение 5,2 к 1. Также 7 шариковых подшипников плюс 1 роликовый подшипник. Система GyroSpin, обеспечивающая абсолютно мягкое и свободное движение катушки. Есть мгновенный стопор обратного хода. В катушке основная алюминиевая шпуля, система ABS, с твердым бортом, покрытым нитридом титана и дополнительная шпуля из алюминиевого сплава. Шестигранный садок. Отлично, когда хорошо клюет, когда над головой светит солнышко, пахнет полевыми травами и цветами, а у ног плещется озерцо. Это необъятное чувство свободы во время рыбалки, трудно с чем-то сравнить. Однако, когда вы рыбачите целый день, то нужно хорошенько подумать о том, куда складывать улов. Можно в ведро, но за целый день вода там закиснет, а рыба может испортиться. Да и кислорода там недостаточно, даже для 5 рыбешек. Садок рыбака может решить эту проблему в 2 счета. Садок можно удобно разместить у берега, предварительно привязав его к вбитому в землю колышку. Каждую рыбку можно закидывать вовнутрь, где она сохранится в целостности и сохранности на протяжении всей рыбалки, а несколько уровней садка могут собрать довольно внушительный улов. Пресс для макухи. Новинка для любителей карповой рыбалки. Пресс для прикормки прекрасно формирует гранулы, которые рассчитаны для ловли с использованием специальной оснастки. Также эти гранулы могут быть использованы в качестве прикормки глазных шаров для привлечения рыбы вместо ловли. Гранулы имеют одинаковый размер, благодаря чему растворяются за одинаковый промежуток времени. На видео показан пластиковый пресс, а посылкой будет алюминиевый аналог. Недорогой и надежный сигнализатор поклевки. Удобный, надежный и простой в эксплуатации. Сигнализатор собран в защищенном корпусе, не боится влаги и неблагоприятных погодных условий. Даже в сильный проливной дождь он работает стабильно и надежно, в то время как простыми сигнализаторами типа колокольчиков и им подобных пользоваться просто невозможно. Чувствительность сигнализатора регулируемая. Вы всегда можете подстроить ее под конкретные условия. Также задается громкость и тон сигнала. Светодиодная индикация простая и удобная. При поклевке загорается один светодиод, а в случае ее продолжения – второй. Светодиоды яркие и хорошо различимы. Сигнализатору клева можно подключить свингер. Также он снабжен стандартной резьбой, которая позволяет крепить его на стойках или ротподах. Держатель для удилища на лодку. Это крепкое, универсальное, надежное приспособление. Изготовлен из высококачественного конструкционного пластика – полиамида. Может устанавливаться в любое положение вокруг своей оси. Имеет удобную регулировку наклона относительно горизонта с шагом 30 градусов и надежной фиксацией выбранного поколения. Держатель оснащен задним упором для закрепления удилища в нужном положении, тем самым предохраняя его от осевого вращения. В конструкции предусмотрено фиксирующее кольцо, с помощью которого закрепляется катушка удочки. Это помогает предотвратить выпадение удилища при троллинге или во время транспортировки. Также есть специальные отверстия для фиксации удилища под страховочный поводок.
Один из лучших дешевых спиннингов на AliExpress. Это серийная модель спиннинга, берущая не только качеством, сколько оригинальным внешним видом и первоначальным впечатлением на покупателя. Удилища, длина которых варьируется от 1,8 до 3 метров, выполнены в темно-золотом цвете с характерным абстрактным узором, не лишенным доли эстетства, нисколько не уступает внешнему лоску и эксплуатационные параметры спиннинга. На стадии разработки в каждое удилище закладывалась универсальность, в связи с чем может быть равно использован как для твитчинга, так и для морского троллинга. Блесна не зацепляйка. Эти блесны представляют собой колебающиеся блесны, которые способны проходить сквозь заросли водорослей без зацепов крючка. Этого удалось достичь благодаря особой форме тела блесны и специальному проволочному предохранителю. Приманка особенно полезна в летний период, когда щука устраивает засады в травянистых участках водоема. Для таких условий опытные рыболовы предпочитают блесны величиной от 7 см. Нередко случаются сходы рыбы, что является негативным моментом любых незацепляек. Зато не может не радовать большое число поклевок, в то время как другие приманки собирают на крючки большие тучи травы. Ловля на такую блесну отличается простотой, проводка выполняется в медленном равномерном ритме. Светящиеся поплавки. Они имеют в своем основании сигнальную батарейку, которая срабатывает при поклевке. Верхняя выпуклая часть поплавка оснащена сигнализатором, который мгновенно загорается при клеве рыбы. Светящиеся поплавки удобны в применении. Их яркая окраска позволяет заметить поплавок издалека. Поплавки являются разборными для смены перегоревшей батарейки. Антенна ярко светится, позволяя рыбаку безошибочно определить малейшую поклевку и своевременно сделать подсечку. Очень крутые плоскогубцы рыбака, оборудованы сменными губками из нержавеющей стали, а также сменными резцами из сверхтвердого карбида вольфрама. Резцы предназначены для обрезки шнура, а также монолески, что является уникальной функцией для такого вида инструментов. Стальные губки имеют специальные окончания в виде клыка для оснащения заводных колец, а также оборудованы выемками разных диаметров для зажатия обжимных трубочек, а на основании губок находятся резцы для шнура и лески. С помощью плоскогубцев вы всегда сможете загнуть или разогнуть любой крючок, достать приманку из рыбьей пасти, ужать обжимные трубочки и совершить другие, не менее важные операции. Беспроводной эхолот прекрасно может использоваться для всех видов традиционной рыбалки. Для рыбалки с берега, для зимней рыбалки и рыбалки с лодки. Способен прекрасно заменить маркерное удилище при ловле рыбы на новом месте и экономит много времени в поиске бровки и скоплении рыбы. С помощью беспроводного эхолота можно узнать о глубинах водоема, наличии рыбы, глубине, на которой стоит рыба, температуре воды. Устройство представляет собой водонепроницаемый беспроводной датчик и забрасывается спиннингом, закрепляется на лодке, либо крепится на катере. Прибор сообщает данные на приемник, а автоматическое выключение эхолокации при поднятии датчика из воды экономит на 80% заряда батареи. А вот и конкурс «Приз 300 рублей». Я его разыграю, как только на видео наберется 600 лайков. Это ж легко для вас, верно? Условия простейшие. Лайк, подписка с колокольчиком и комментарий. Были вы на рыбалке когда-либо и какую самую большую рыбу вы ловили? Я вот на рыбалку в магазин хожу. Иногда короба вылавливаю, иногда толстолобика. Что понравится, в общем. Всего вам хорошего, классных вам выходных. Увидимся.